Сегодня исполнился ровно год так называемым тувусским боям. 12 июля 2020 года вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушив режим прекращения огня в направлении Тувусского района с целью захватить позиции Азербайджана, попытались внезапно перейти в наступление с применением артиллерии. Однако в результате адекватных мер, принятых азербайджанской армией, противнику были нанесены тяжелые удары, и он был вынужден отступить, неся значительные потери. В те дни вся страна жила уверенностью в скорой победе. Именно бои под Тувузом вошли в современную военную историю как начало пути к победе в 44-дневной Отечественной войне, которая началась 27 сентября 2020 года. Сегодня азербайджанский народ чтит память героев, павших смертью храбрых в тувузских боях. Генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева, майора Набига Ахмедова, майора Анара Новрузова и других военнослужащих, отдавших свои жизни за родину. О деталях июльской провокации армянских банд формирований и жизни в приграничной зоне после войны смотрите на телеканале CBC сразу после трехчасовых новостей в рамках специального репортажа.